Пожарная тревога поступила сегодня днем из Нижнекамского торгового центра «Сити Молл». О том, что это не учение, поняли не все и не сразу. Думали, эвакуация тренировочная. Около 200 человек вывели на улицу. К слову, на готовность к возможным чрезвычайным ситуациям комплекс проверяли только сутки назад. Источник задымления находился в магазине «Детский мир». Алина Бережная с подробностями происшествия. Полиция, скорая, пожарные, десятки эвакуированных людей толпятся в недоумении у входа в торговый центр «Сити Молл». Нам сказали пожар, выходите все на выход. Все, сирена сработала буквально 2 минуты. Она замолкла. Начали бегать охранники. Что стоим, почему не выходим? А сигнализация в это время была отключена. Уже через 10 минут людей вновь начали запускать внутрь. Многие так и не поняли, что произошло. Были уверены, тревога была учебная. Пожарная эвакуация. А как все произошло? Ну, сработала кнопка сигнализации. Все, мы начали эвакуировать людей. А как происходило все? Спонтанно? То есть... Спонтанно, никого никто не предупреждал. Все на свои места расставил сотрудник полиции, перегородивший путь наверх нашей съемочной группе. Там пожар, девушка, как я вас могу? Спустя буквально 5 минут стало ясно, никакой опасности нет. На третьем этаже суета, все оцепили пожарные. Как оказалось, в серверной магазине «Детский мир» произошло короткое замыкание плафона. С происшествием справились автоматическая система пожаротушения и сотрудники центра. В настоящее время комплекс работает в обычном режиме. Сотрудники магазина комментировать ситуацию отказались. Мы никаких не даем. Посетителей в магазине было немного. С эвакуацией проблем не возникло. Продавцы и охранники выводили людей из здания. Когда пожарные приезжали, посетители, то есть уже самостоятельно проводили, ну, начали эвакуироваться, и как бы уже действие персонала было слаженное, то есть и не было пока замечаний таких. Всего из здания эвакуировали 186 человек, из них 19 детей. В происшествии никто не пострадал. Алина Бережная, Эльвира Софиуллина, Рафаэль Ракипов, вызов 112.